Давай. Чё? Мы решили устроить челлендж. Кто быстрее вот от этого камня долетит до того, снимай. Да. Вот от него, вот до куда. Я последний. Я второй. Смотрите, просто сейчас друг с первого раза долетит. Хорошо. Я. Че ты меня снимаешь? Иди давай. Ну вообще ты бы так допрыгнул. Давай еще раз. Сейчас не долечу, еще крылья снимаю. Я побегу. О, хорош! Никит! Ты че, опух? Что такое? Снимаешь? Да. Значит, это привет всем тепличным трейсерам. Это огород Таганская Слобода. Вот, камень. Какой-то огородный камень зеленый. Мы назвали его картошка. Вот. Значит, это... Какой арбуз это вообще? И это челлендж. Полтора винта, да. Кто первый? Все, пацан, давайте. Цу-е-фа. Сейчас как назвал первый воздух. Цу-е-фа. 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 Со мной. Спать. Пацаны, моя нога. Ну нахуй. Да, она присесть прохрустила. Что мне это папа самооценку унизил? Погоди, давай я еще раз сделаю. Тебе понравилось. Сука! Бабка самооценку не понизила? Нет. Она мне наоборот добавила. Самооценки? Пойдет. Ты снимаешь? Бабка виноват. Я снимаю. Все. Уже 2-2-8. Какой 2-2-8? Через год. У тебя что, вот тут вот? У меня вообще жестко прохрустилось. Я где-то живой. Сейчас тянет, да? Вот здесь такая боль. Да. Живой? Ты об камень ударился, что ли? Нет, я на ногу упал. Она прохрустила так жестко. Разомни. Посиди, разомни. Знаешь, как поделать? На борьбе мы вот так вот делаем. Сидим. Ты ходить-то можешь нормально? Ходить-то могу. Просто вот смотри, вот так вот. Вот так вот. А подожди сейчас сначала. Разомни. У тебя там колено. Уроки разминки от борца. Я не борец. Я ему. Все, я еще раз делаю, короче. Я перекрутил. Знаете, у пацаны, блядь. Когда твои друзья делают лучше тебя полтора винта, сразу стимул появляется. Вот. Да нихуя, блядь. Ты ногу не разъебал. Тебе бабка самооценку понизила, да? Да она это все, она, блядь, накаркала, блядь.
Это из-за нее все нахуй. Это вы пытаетесь. Вот давайте мы попробуем там показать себя, что мы так вот мы умеем. Нет, ничего, нет, я не вижу, чтобы вы профессионали так умели, что вы этот перепрыгнули и ничего. Так это ничего не было же. А так вы на этот камень не запрыгнул ни один. А зачем вот, вы не запрыгнули? Зато камень запрыгнул, и он и сделал сальто два раза. Это когда там... О, перетягиваете? Да, я всегда с тобой не вау, бузеров. Да, это и есть. Че, полтора метра на ноги ставим? Пошли. Да, должно подействовать. Пойдем там сядем, пиво ставим. Я с плашником еще записываю. Вот это вообще реально четко снимает. Все, обязательно. Нюхни шапку жесткости и сделаешь выше. Давай. Здорово. Это все из-за шапки. Второй колено. Insurgencymusic.com. Insurgencymusic.com. Straight motherfucking ballin'. Part 2. Still ballin'. Corrupt up in this motherfucker. Westside. Now ever since a nigga was a seed, only king promised to me was the penitentiary. Still ballin'. Riding on these niggas cause they lack in a 6-1 Chevy. Still heavy in this game. Can you feel me? Blame it on my mama. I'm a thug nigga. Before the sun rise, quicker than the drug dealers. Tell me if it's on. Nigga, then we first up on bus on these bitch made niggas.
Insurgencymusic.com. Insurgencymusic.com. Still ballin' till the day I die. You could bring your crew, but we remain true. Motherfuckers still ballin'. Niggas wonder why. You could bring your crew, but we remain true. Motherfuckers still ballin'. Everybody wanna... Его это самое раздевали, он не поддавался, понятно, да? Ему придали по голове, и все, и делали, что все не нужно. И вот сейчас... Там же другой случай. Нет, да? Подождите, это то... Или ударился ты головой, все равно. Так. Вот то, я, например, ударилась головой, одно дело тут, короче, вашего сына... Я обслужу баню. Обслужу баню. Баня у меня есть, да? Дверь такая, она там небольшая, как бы, я их найду. И случайно именно стукаюсь вот этим местом, понимаете? Стукала сколько раз? В молодости и все еще, это не это. А теперь уже мне отражение, что у меня там наверняка это было сотрясение есть. Почему? Потому что у меня голова болит почти каждый день. То ночью начинает болеть, то значит с вечера, то это самое. Я просто боюсь за вас, потому что вы молодые, испортите себе жизнь, и вы будете уродами. Это мое личное дело. Опять личное дело. Да какое личное дело? Личное. Я правильно сказал, ведь лучше. Какая разница вам, кем я буду? За компьютером сидели. Зачем пить и курить? Ну не этим, что вы головой в эту стукнете. Вот это наша проблема будет, понимаете? Наша проблема, на нашей совести уже будет. Да какая совесть у тебя будет, когда ты будешь уродом, мать будет переживать. На твоей совести. Если бы ты сказал, что я что-то сделал такое, это на моей совести, что я украл там что-то и соврал там где-то. Это на моей совести, никто. А то, что ты сделал себя уродом, а мать будет за тебя потом переживать. А вот очень они же знают и. Они видят, что вы вот об камень он подскакивает. Что, прямо об камень головой стукаться? Нет, нет. Это все случайность, понимаете, ребята? Это случайность. Случайность. Вы ведь не ожидаете этого, правильно? Не потому что вы не, я не говорю, что вы это плохое что делаете. Вы не ожидаете этого, как вы испортите просто себе здоровье. Вот я за что переживаю. Потому что голова это не горшок. Один раз ударился, все, это уже дожизненно. А в конце жизни это будет еще хуже. А раком болеет, это от ударов. Мозги-то. Вы не понимаете просто, что вам доказывать. Вот вы не понимаете. А я смотрю на вас и переживаю. Потому что он бежит, прыгает, и значит, а прыгать-то не может, потому что он побавится еще. А головой трахнется в такой камень. Так вы знаете, что мы делаем. Мы же не бежим прямо. Мы знаем. Да не знаете вы ничего, знаем. Что вы делаете. Потому мы что я говорю, дело случая. Мы профессионально занимаемся. Дело случая. Есть соревнования. Мы занимаемся. Какие соревнования через камни такие прыгают? Через камни. Это препятствие. Камень, нет, это препятствие. Вы пытаетесь. Вот давайте мы попробуем там показать себя, что мы так вот мы умеем. Нет, ничего, нет, я не вижу, чтобы вы профессионально так умели, что вы этот перепрыгнули и ничего. Это ничего не было же. А так вы на этот камень не запрыгнул ни один. А зачем вот, на него запрыгнул? Зато камень запрыгнул, и он сделал сальто два раза. Просто я переживаю, что вы головой стукнетесь и будете уродами. Вот и все. А вы молодые, ничего сейчас еще не понимаете. Вам доказать это сложно. Так а если борьбой это? Заниматься или боксом? Вот борьба, же... борьба. Вы же занимаетесь на коврах, на полу. Борьба. Вы, это, ну не прыгайте же. Раз ты спотыкнулся, что-то так головой раз и стукнул. Или это удар такой головы об камень. Ну, борьбой вы занимаетесь, это хорошо. Будете просто сильными. Самбо, таб-разное всякое. Ну не головой же прыгать об этот камень. Ладно, извините. Я переживаю просто из вас, понимаете, нет? Ну ты, я страдаю за тебя, за своего сына. Ему 57 лет, а он практически урод. Из-за того, что вот он получил травму головой.